Кишечно-полостные захватывают свою добычу с помощью конечностей или щупалец и направляют ее через эластичный рот в пищеварительную или гастральную полость. Здесь вначале происходит внеклеточный этап переваривания. Он осуществляется ферментами, выделенными в полость. Частично переваренная пища всасывается клетками энтодермы или внутреннего слоя клеток. В этих клетках, в их пищеварительных вакуолях, происходит второй, внутриклеточный этап переваривания. Движение жгутиков клеток энтодермы способствует распространению пищи в пищеварительной полости.